Сотрудники службы спасения Якутии провели 4-ю ежегодную научно-практическую конференцию. Спасатели из разных подразделений службы и районных отрядов обсудили вопросы использования инноваций при проведении аварийно-спасательных работ, особенности работы в отдаленных и арктических районах, вопросы развития снабжения и оснащения спасателей. На конференции обсудили прикладные вопросы и проблемы, с которыми спасатели сталкиваются каждый день. Как отмечают сами сотрудники службы, такая практика позволяет серьезно повысить уровень подготовки кадров, а значит и эффективность спасательных операций. В нашей республике очень разнообразны и постоянно необходимо учиться, чтобы это был опыт не одного человека, а он обобщался, и районы работ у нас очень разные. Это от тундры, от арктических островов до южных гор. Поэтому условия в этих районах разительно отличаются. Нам необходимы ротации спасателей, чтобы имели опыт универсальный.